Все, вермуть готовы. Переклеены клапана, частично залоги немножко поменены и подстроены. Мастика не менялась, еще пока в хорошем состоянии. Гармонь последних, скажем так, годов, поэтому все еще на месте. По левой механике какой-то ужас творился, я не знаю, что там вообще происходило. Рычаги все стоят не родные. Укороченный ход, были провалены, вытащил чуть их, отпаял посильнее, чтобы были, нажимались нормально, но теперь упираются. С этим уже ничего не сделать, кто-то изобретал. Ну и все тяги перескочили, аккорды вообще не полные были, в общем, жесть. Thank you.